Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Милкины рецепты. Сегодня мы приготовим обалденно вкусные куриные крылышки. Это самый простой рецепт, который я знаю. Проще просто не бывает, а получается, ну, очень вкусно. Этим рецептом со мной поделился мой любимый братишка. Когда он готовит эти крылышки, они улетают со стола на раз. Итак, спешу поделиться с вами самым простым, но очень вкусным рецептом. И для приготовления нам понадобится всего два ингредиента – куриные крылышки и слабосоленый соевый соус. У меня примерно 2 кг куриных крылышек, 18 штук, и 300 мл соевого соуса. Нужно брать слабосоленый соевый соус, чтобы крылышки не получились слишком солеными, чтобы соли было в меру. Вкусный слабосоленый соус можно купить, например, в сети магазинов «Метро». Он продается там под этим же брендом. Итак, начнем готовить. Выкладываем крылышки на противень. У меня большой противень. Если у вас противень поменьше, можно выложить крылышки конвертиком. Вот так. Поливаем крылышки соевым соусом. И вторая бутылочка. Всего на 2 килограмма куриных крылышек у меня ушло 300 миллилитров соевого соуса. Разогреваем духовку до 210 градусов. Отправляем наши крылышки в духовку на 20-25 минут. Готовим при этой же температуре. Через 20-25 минут достаем противень с крылышками из духовки и переворачиваем крылышки на другую сторону. Удобнее всего это делать щипчиками. Где остались светлые места, можно полить соевым соусом. Ребята, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт. Ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о выходе новых видео. И снова отправляем наши крылышки в духовку еще на 20-25 минут. Зависит от вашей духовки. У меня крылышки в общей сложности готовились 45 минут. Наши крылышки готовы. Вот такие аппетитные, сочные, румяные они получились. По желанию, готовые крылышки можно посыпать кунжутом. Предварительно кунжут можно немного обжарить. Ой, какая вкуснятина получилась! Мясо такое сочное и пахнет так вкусно! Друзья, напишите, понравился ли вам рецепт, буду рада вашим комментариям. А я всех благодарю за просмотр, всем желаю здоровья и удачи и до новых встреч!